Мамы, няни, здравствуйте, как дела? Хорошо. Более 225 тысяч иностранцев работают в Сингапуре в качестве домашней прислуги. Мы сейчас будем вам задавать простые вопросы. Многие из так называемых нянь работают 24 часа 7 дней в неделю без выходных. Она хочет стать учительницей. Она хочет стать принцессой. Принцессой. Я не думаю, что он уже определился. Я думаю, летчиком. Когда я вырасту, я хочу стать летчиком. Его любимый предмет, наверное, английский. Китайский. Кто его лучший друг в школе? Сложно ответить. Йозеф. Ифа. Аделина. Аделина. Да, ей нравится один мальчик, Дариус. Она не хочет, чтобы об этом кто-то знал, поэтому я вам не скажу. У меня нет мальчика, у меня только друзья. 74% нянь дали более точные ответы, чем мамы. Обычно, когда ей снятся кошмары, она не просыпается, она кричит и плачет. Она просыпается и ищет меня, потому что очень напугана. Я попрошу няню, чтобы она легла спать рядом со мной, когда мне снятся страшные сны. Может быть, нам стоит проводить больше времени с нашими детьми? Давайте дадим прислуге их заслуженный выходной.